Мы считаем, что те схемы, которые сегодня будут предложены, значит, для выбора налогообложения налогоплательщикам, они не увеличат давление на бизнес. Ну, чтобы это комфортно было для налогоплательщиков, вот это, эти изменения законодательства, чтобы вот этот переход был максимально, ну, как сказать, незаметен, да, и максимально, чтобы налоговая служба благожелательно относилась к налогоплательщикам при смене условий налогоплательщиков. Антон Георгиевич, мы же обратились, хотя бы три года мы просили, чтобы этот процесс это... Но наши, вот я обращался и председателю правительства, не было поддержано. Тем не менее, решение принято, надо выполнять. Мы по каждой территории, там 66 или 60, сколько тысяч у нас это? Всего 30 тысяч сегодня. А? Значит, у нас 12 тысяч налогоплательщиков используют два режима налогообложения. Помимо ЕНВД используют еще упрощенную систему налогообложения или общий режим налогообложения. Сегодня мы должны перевести 30 тысяч налогоплательщиков, применяющих единый налог на введенный доход на территории республики. Из них 43% мы уже перевели. Вы обязаны, в минимум, когда это? 50 тысяч на вмененке, да. Значит, это юридические лица, и где-то 3 тысячи – это индивидуальные предприниматели. Да. Мы по каждому 80 виду деятельности совместно вот с Министерством финансов, с налоговой инспекцией просчитали потенциально возможный доход с учетом вот тех задач, которые сейчас Антон Германович говорит, чтобы у нас был мягкий переход от суммы НВД, которую они платили, и та сумма патента, которая будет уже предлагаться. Работа у нас ведется, мы практически работаем в индивидуальном режиме с каждым налогоплательщиком, который находится на вмененке, для того, чтобы совместно с налоговой разъясняем все виды налогообложения. Но на сегодняшний день, вот до принятия закона, у нас порядка 84% из того, что уже приняли решение, пока определились с переходом на упрощенную систему налогообложения. И где-то 14% – это патент. Вот закон, если мы на сессии примем, то есть уже у нас количество патентов будет побольше. Нет, 23 мы примем, значит, Антон Георгиевич, вы правильно сказали, надо, чтобы предприниматели, которые были в этом режиме и так, не очень комфортных условиях, у них обороты упали, это, поэтому очень внимательно мы к этому подходим. Но, конечно, лучше можно было бы это, годов потерпеть. Переносили, вы же переносили, и перенесли бы еще на один год. Но не обсуждаем. Решение принято, значит, мы понимаем, что этот процесс надо очень... Ну и спасибо налоговая, значит, вот нашей службы в муниципалитете, всем на эту работу задействованы.